И краешку я разминаю ее все меньше и меньше. А потом я начинаю ее вот так вот, вот так вот, вот так вот делать такой фестончик. У меня получается такая серединочка. А потом к этой серединочке я начинаю каждый раз лепесточек. И каждый раз шликером промазываю следующий слой. Это я просто так рассказываю. Лепесток к лепестку. Чем дольше я как бы лепесток делаю, тем больше цветок. А потом уже добавляю там какие-то детальки. Не знаю, мне это всегда очень нравится, такой процесс живой. Ну, то есть вы хотите сказать, что вы делаете без рисунка предварительного? А какой рисунок? Ну, я не знаю, нарисовали. Нет, как Бог даст. О, правда.